осторожней, Чичак. Мне нужен жирный страховой куш, чтобы уйти на пенсию. Детка, ты даже не знаешь, на что напросилась. У меня на сегодня гора планов. Так что будь добр, перестань валять дурака. Боюсь, сегодня все эти планы рухнут. Поехали! Ага, вперед, тыковка! Тыковка? Ух ты! 5.05. Еду. Давай, детка, нападай им в зад. Заткнись, я знаю, что делаю. Боже, Хелен! Больше меня так не пугай. Ну что, Джимми, мы наконец-то поняли друг друга? Вот это езда! Я их вижу, изюминка, я вижу их! Еще раз меня так назовешь, будешь сломанными руками выбитые зубы собирать. Сейчас будет жарко. О нет, мама, у тебя опять начался приступ. Этот приступ самый лучший. Давай-ка прибавим шаг. Я уж думал, ты меня не попросишь. Чего? О! Я знаю, тыковка, ты не против. Какая ты горячая штучка! Ты сегодня совсем как ледышка. Забыла о нашем маленьком секрете. Я очень хорошо помню, что ты женат. Я ношу обручальное кольцо, а ты грязная скотина. Моей головой тут что, бейсбол играет? Игра еще не началась. Ты сегодня шороху навела. Вот она, новая я. Привыкай. Какая ты у меня сегодня темпераментная. Люблю дрочливых. Не лапай меня. Боже правый, да ты спятила. Придется тебе теперь мириться с новой мной. Ты моя зайка. Я тебе не зайка. Привет. Хорош здороваться, салага. Давай приступай к экзамену. Молодчина, парень! Чуть полегче жми на газ, новичок. Молодец, новобранец. Хотя можно было чуть потише. Спасибо, сэр. Убедись, что за нами нет хвоста, ладно? Я по этим делам спец. Только не сегодня, я тебя прошу! Спасибо, что выбрали меня этим утром. Выбрали? Ага. Ненавижу стоять на том углу вместе с другими. Зря я разрешил тебе жениться на моей сестре. Она тебе самому нравится, что ли? Ты позоришь и себя, и мою семью.
Замыслись. Помолчи, дорогая. Я хочу тебе кое-что сказать. Чую, это твоя любимая фраза. Эй, ты что творишь? Пытаюсь сэкономить время, не волнуйся. Никаких объездов, никакого обмана со сдачей и фокусов со счетчиком, ясно? Мимо вас и мышь не проскочит, да? Я трижды был во Вьетнаме, сынок. У меня зоркий глаз. С тебя хватит. Пора прекратить это здесь и сейчас. Да чего ты взбесился? 6 недель в машине с тобой. Как тебе такая причина? Чё? Да ты просто демон ручного тормоза. Научился, глядя на тебя, Билли. Ценю эту возможность. Я бы не спешил с суждениями на твоем месте. Любая работа хороша, верно? Жарим на полную. Сейчас будет жарко. Мам, помни, что тебе сказал врач. Тебе нельзя перевозбуждаться. Сосредоточься. Ты едешь слишком быстро. Слишком быстро не бывает. Я переспала с твоим парнем.
Спасибо, что дали мне сегодня поработать. Ну ладно. Я понимаю, что вы сильно рискуете, работая с эмигрантами. Thank you.
Если Джерика планирует атаку с цианидом, надо спешить. Поэтому я подсадил жучок в тачку Карла Крюга. Тот тип, похитивший аммиак? А вот почему его выпустили. Верно, Джонс. Первым делом Крюг станет звонить боссу, дабы сказать, что он не стукач. Мы услышим разговор. Ты уверен, что Крюг двинет прямо к Джерика? Без Джерика он никто. Его фамилия Крюг, а не Круг. Крюг сорвал дело с аммиаком. С чего ты взял, что он ответит Крюгу на звонок? Других зацепок у нас нет. Надо ее проверить, прежде чем ставить на ней крест. А вот и Крюг. А я-то думал, что его имя Крюг. Без разницы. Он явно рад свободе. Ха, посмотрим, куда эта радость приведет. Так, мы уже рядом. Надеюсь, ему есть что сказать. Ты, главное, его не упусти. Привет, Крюг. А ты почему не в тюрьме? Вас мне повезло. Незаконно полученные доказательства. Меня отпустили. Что я тебе говорил? Это Джерико. Заткнись, плохо слышно. Незаконные доказательства? Да, здорово придумано. Босс, я знаю, как это выглядит, но вы же меня знаете. Клянусь, я ничего не слил. Клянешься? Что дальше, Карл? Зуб даю и провалиться на месте? Я не доносчик, босс. Послушайте, это дело с аммиаком. Там кто-то проболтался. Копы нас ждали. Они были повсюду. В каждой машине. С чего ты взял, что ты мне еще нужен? Я хороший солдат, босс. Верный. Ты мясо, Крюг. Расходный материал. Зря вы так со мной. Это ошибка. Вы сильно ошибаетесь. И больше мне не звони. Черт! Да, Джерика бросил трубку. Крюг в отчаянии. Перезвонит. Надеюсь, ты прав. Карл, это Рамон. Рамон, я перезвоню. Так не пойдет, чувак. Ты мне денег должен. Да не дергайся ты, Рамон. Ты свое получишь. Я же сидел. А мне-то что? Ты не держишь свое слово, Крюг. Это очень неразумно. Ого, похоже, пока меня не было, ты много о себе возомнил. Ты в курсе, на кого я работаю? Плевать мне, на кого ты работаешь, Карл. Ты мне денег должен, значит, я главнее твоего босса. Рамон, я рад, что ты так окрутел, но не дави на меня. Я всегда плачу по счетам. Ты все получишь. Хватит меня кормить обещаниями, Крюк. Я тебе этого так не спущу. Сам виноват. Козел! Кажется, у Крюга проблемы. А нам-то что? Главное, чтобы он вывел нас на Джерика, на остальное плевать. Надо защитить Крюга. Потом он нас выведет на Джерика. Как по-твоему, мне нравится? Работа в Америке для меня как отдых. Чем же ты занимался раньше? Дома в Конго я искал мины. Компания это... Предупреждаю, сейчас начнется самое интересное.
Его давно уже нет. Я говорю с зомби-таннером или... Нет. Логичный вопрос. Это многое бы объяснило. Так, мы уже рядом. Надеюсь, ему есть что сказать. Ты, главное, его не упусти. Надо защитить Крюга. Потом он нас выведет на Джерико. Сегодня отвратное настроение. Рад это слышать. Ох, черт, Рокко! Осторожнее, Гарри! С чего бы это? В моей сумке лежит капитан Кома номер 5. Он стоит больше, чем обе наши жизни вместе взятые. Отлично. Крюк в безопасности. Крюк, я велел тебе больше мне не звонить. Босс, выслушайте меня. Ну давай, порадуй. Хочешь, пони? У тебя есть минута, чтобы меня убедить не стирать тебя с лица земли. Насчет аммиака, я знаю, где мы можем достать еще. Думаешь, пока ты отсиживался, я цветочки собирал? У меня уже есть все, что надо. Вы сделали цианид? Точно, Карл. Но вам же все равно люди нужны. Я вам нужен, я надежный. Босс, понимаете, у меня долги. Большие долги. Мне нужны деньги. Я в отчаянии, босс. Я на все ради вас готов. Думаете, на мне прослушка? Клянусь, можете меня обыскать. Машину обыщить, весь дом. Честное слово, там ничего нет. Слушайте, давайте я подъеду. Мы поговорим. Прощай, Карл. Ну и ну. Джерико подлец. Такое сделать со своим. Он умный. Понял, что от Крюга будут проблемы. Точно. Умный подлец. Господи, помоги нам, если они используют цианид. Крюк мертв, и у нас осталось всего две зацепки. Но если не удастся отследить сигнал, который взорвал бомбу в машине, тогда нам остается только наш друг Ардел Уильямс. Он перезвонит Тоби. Слава богу, ты здесь, Джек. Не знаю, что бы я... Что?
Где же мне быть еще? Я крестный отец Дэвида. Не просто так. Пусть перезвонит. Мой бедный мальчик. О, боже, это он! Езжай туда, куда велено, Тоби. Быстро и не привлекая внимания. Дай мне поговорить с сыном. Умоляю, не надо. Смотри, не облажайся. Я уже припас деревянный ящик для Дэвида. Тоби, нет смысла его уговаривать. Не бойся, я верну твоего сына. Вы успели, я поражен. Послушай, ублюдок, кончай играть в игры и скажи мне, чего тебе нужно. Мне нужно, чтобы ты слушал меня. Поедешь на место, где мы произведем обмен. Держись подальше от главных дорог. Привлечешь внимание, встречи не будет. А теперь езжай, живо. Мы приедем. Осторожно, Джек! Я стараюсь! И еще раз! Только дай мне повод, Джек! Сайрус, прошу! Дай мне поговорить с Дэвидом! Все карты у меня на руках, Тоби! Если хочешь, чтобы твой пацан был жив, ты поедешь туда, куда я скажу, и будешь делать то, что я скажу! Так и сделаем, Тоби! Нам нельзя рисковать! Только верни мне сына! Ого, справимся. Берегись, Джек. О, боже, Джек! Ты там привлекаешь внимание, Джек? Хочешь похоронить сыночка Тоби? Никто не умрет. Мы все сделаем. Я это сделаю, Тоби. Осторожно! Часы тикают, Джек. Я занятой человек. Если Тоби не хочет получить сына по частям в черных пакетах, тебе лучше добраться на место вовремя. Итак, господа, я буду ждать на следующей точке. Даете мне деньги, я веду парня. У вас 3 минуты. Вперед! Он все? Ладно, где деньги? В пакете? У меня нет денег, Джек! Невероятно. Ладно, ладно. Пока он спускается, мы ему по боку. У нас есть 3 минуты, чтобы привести копов, начать штурм и вытащить твоего сына. Но как мы приведем копов? Долбанем. Ну, понеслось. Это сработает? Еще один полицейский. Черт. Один отстал. Еще полиция. У нас еще времени. Полиция с нами, Тоби. И мы успеем привести их навстречу. Черт, не отставайте, тормоза! Вот и еще один. Джек, одного потеряли. Берегись! Достаточно полиции? Не хватит, чтобы перекрыть все выходы.
А, черт! Оставайся в машине, Тоби, а я их отведу внутрь.